Тэм шухаал хавуу динозор плаабахаар нобомдэ бэлэгэ плаагану дигуаамаш. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады сегодняшней встрече с вами. Именно с этих слов на адыгском языке мы хотели бы поприветствовать всех тех, кто сегодня пришел в этот прекрасный зал. Зал музыкального театра, одного из самых красивых, одного из самых зеленых и дружелюбных городов нашей страны. Добрый вечер, Нальчик. Добрый вечер, дорогие друзья. И в первую очередь, наверное, мы хотим выразить слова благодарности нашим друзьям и партнерам. Это Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики. Спасибо большое. Спасибо большое компаниям «Хеликс Нальчик» и «Канц Парк». Именно благодаря нашим партнерам, друзьям, можно так сказать, наша сегодняшняя встреча состоялась. Поэтому давайте сегодня аплодисменты не будут смолкать в нашем праздничном зале. Сегодняшнюю нашу встречу мы хотели бы посвятить теме связи культуры народа северо-западного региона России и, конечно же, народов Северного Кавказа. Показать, что мы, хоть и далеко друг от друга, но мы едины. И едины в первую очередь благодаря тому, что умеем говорить на одном языке, умеем слышать один язык. И сегодня мы с вами этим языком поговорим. Это, конечно же, язык музыки. Сегодня замечательный день, не только праздничный концерт, но действительно по-настоящему национальный праздник. День черкесского костюма. Ты моему народу впору, ты сердцу горскому близка. Ты принесла свободу в горы на красных крыльях башлыка. Не зря джигит тобой гордится черкеска, белая, как снег, когда он легкий, словно птица, на скачках обгоняет всех. Ты учишь мужеству джигита, добру и легкости орла. И хоть по мне черкеска шита, всему Кавказу подошла. Дорогие друзья, с праздником черкесского костюма! Ну что ж, я думаю, пришло время начинать, хватит томить людей, пора уже говорить языком музыки, и нашу сегодняшнюю программу откроет произведение Нихата Османова «Кабардинский танец». На сцене Государственный симфонический оркестр Ленинградской области, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Республики Кабардино-Балкария, маэстро Михаил Голиков. Нихат Османов, кабардинский танец. Thank you.
Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корского. Мухаддин Балов. Адыгейская хафа, молодежная хафа.